Уважаемые зрители моего канала, приветствую вас. Меня зовут Юля. Ну что же, СП больше, чем просто большая. Тысячник по моему портрету. Выглядит это будет примерно вот так. Мы начинаем. Самое интересное в данной картине, скажем так. Итак, напомню вам размеры. 999 на 800. Это тысячник называется. А бывают ли схемы больше? Конечно, бывают. Но у нас примерно такой размер. Исходные данные. Сегодня у нас 34,5% готово. Конгресс Трамин, нитки СХС, автор с разработки схемы Ольга Башкирова. Эксклюзивная разработка давнишних лет, скажем так. Но что могу сказать, что не буду отрицать этого, да, что является одним из лучших дизайнеров по разработке портретной вышивки. Во всяком случае, все, что я видела, меня устраивало, скажем так. Ну что, мы сегодня начнем чуть-чуть. Я планирую для вас еще повышивать и снять видео живого процесса. Меня просила Лана. Лана, я помню. Если все сложится нормально, в смысле, я смогу настроить ракурс так, чтобы было и интересно, повышиваем и в тишине, и поболтаем. Есть что обсудить под эту вышивку, да? И планирую, что в этом отчете мы с вами сделаем больше, чем 2%, для того, чтобы максимально увидеть, что же получается у нас дальше. И как только мы с вами закончим вот этот горизонтальный ряд, мы обязательно, конечно же, раскрутим нашу работу. Хочу напомнить, что в вышивке принимает участие станок Амур, который рассчитан на метровую раму. У нас здесь рама от украинского производителя станок Life. Не станок Love, да. В Инстаграме украинский производитель. У них есть рамы с, как у меня, по типу крепления, как у арабески, то есть с пластиковыми скобками. Или же пришивные рамы. Пришивные рамы у них метровые идут. Здесь у меня 90 сантиметров. Рекомендую. К сожалению, придется постоять в очереди, но оно того стоит. У меня старые модификации рамы. Сейчас у них есть улучшенная вот эта вот планка. То есть можно ее еще подрастягивать, дополнительно давать натяжку раме. Хочу обратить внимание, что когда вы имеете дело с вот такой вот рамой, широкой достаточно, не обойтись без того, что вот здесь посредине будет такой небольшой прогиб. Почему? Потому что это дерево живой организм, скажем так. Мы пытаемся его натянуть, оно пытается сопротивляться. Поэтому есть такое у нас. Но я думаю, что в рамах, которые у них побольше, делают некоторые мастера такие распорочки. Распорочки, да, рамы. Ну а что делать? Надо вышивать. Конечно же, надо вышивать. Хочу поблагодарить всех участников СП больше, чем просто большая. Присоединяйтесь к нам. Любой производитель, любая схема, любой направленности. Кроме того, что, конечно же, приветствуется уважительное отношение к авторскому праву. Пожалуйста, не скачивайте схемы, не распространяйте их. От этого никому не холодно, не жарко, потому что скачанная схема, она-то бесплатная. Но вот чтобы собрать материал, это, ну, львиная доля. Плюс ценность у вас вот этой работы, ну, чуть-чуть снижается, как по мне. Я не хочу никого загонять и занижать самооценку, да. Ну, просто одно дело, когда ты сам сделал все, много чего приложил. Если, не дай Боже, тебе какая-то женщина напишет, что там что-то не так, то ты же ее раскатаешь уже по полной. А когда у тебя есть вот такая вот скользкая
основа, да, что это скачанная схема или еще что-то, ты уже особо как бы и аргументы предъявить не можешь. Ну, поэтому, девочки, мальчики, давайте за качественные схемы. Качественные схемы могут появляться тогда, когда авторы видят, что есть покупатели, которые в этой продукции заинтересованы. А мы с вами заинтересованы в том, чтобы получать качественный продукт. Поэтому я всех, еще раз всех-всех-всех закликаю на украинской мове. Будьте классными пользователями чужой работы, скажем так. Работы, которая делается специально для вас. И человек обучается, усовершенствует себя как раз для того, чтобы вы, как клиент, были всегда довольны и в некоторых случаях вас ожидал приятный сюрприз. Неприятные тоже нас ожидают, но мы их не ждем. Так что давайте меньше текста, больше стишков в нашей работе. Поехали! До следующего включения. 10 июня, и это видео не для того, чтобы отчитываться. Так, посмотрим, будет ли как-то играть роль передачи цвета. Темнит сейчас телефон цвета. Почему? Потому что нету света дома. Снова отключение. Как бы нас уже предупреждают за 20 минут до. Все равно это, конечно, не совсем удобно. Итак, не тот фрагмент, который бы я хотела вам показывать, и то, что потому что здесь вообще ничего не понятно. Плюс телефон вырывает определенные цвета. То есть в жизни это выглядит совсем по-другому. Короче говоря, сейчас на данный момент вышло 5500 полукритиков. Мало я уделяла этой работе внимания в этом месяце пока что. Но думаю, наверстать упущенное. В общем, я, как понимаете, уже приступила вышивать лицо. Помню ваши замечания, что слишком темное лицо, там это, девочки, оно темное, да, действительно, но вы забываете один маленький фрагмент. А сейчас мы поговорим о нем. Итак, фото, исходное фото моего тысячника, да? Как вы видите, я здесь на самом деле немного красноватая. Так и было, потому что это было, по-моему, середина лета или еще что-то. Я уже была такая вся в загаре немного. Здесь я печатала фото на принтере, который немного не настроен. Да, такое тоже бывает в городе Киеве. Итак, когда вы говорите, что здесь слишком темное, вот здесь, там, где глаз, слишком темное, все верно, потому что свет падает отсюда сюда. И понятное дело, что есть естественная тень от носика, от моего носа, да? Дальше, что спасет наше лицо, по вашему мнению? Испорченное, сильно испорченное, все не так. Вот этот вот объем волос и затемнение, вот тут вот будет, наверное, даже черным вышиваться, не знаю. И плюс еще, видите, вот здесь будет темный фрагмент и здесь. Это все сыграет впоследствии на общей картине оттенка лица. И еще раз, для сильно переживающих за то, что я вышила нитками СХС, что здесь безобразная разработка или еще что-то. Девочки, все очень просто. За многолетнее использование и высматривание фотографий в Инстаграме, где каждая фотография практически выкладывается через фильтр, вы забыли, что такое натуральная кожа и как это, то есть не рассматривайте это как фотографию, рассматривайте это как фотографию, за которую заплатили, и где фотограф, как я вам уже говорила ранее, даже не затемняла мне непрокрашенные корни волос. Понимаете?
Я именно за это и платила, а не за глянцевость, которую преследует Инстаграм. Поэтому прошу вас помнить об этом. И эта работа будет выполняться именно в таком стиле, в котором она и была создана фотографом. И сама Ольга Башкирова как бы ничего против не имела. То есть я не помню уже, это было очень давно, очень-очень давно, но я помню, что я говорила, что я не хочу, чтобы сильно отходить от фотографии. Я только предложила закрасить мне в фотошопе, если это возможно, корни волос. Она сказала, что если мы не трогаем ничего, значит мы не трогаем ничего. Значит, мы не трогали ничего. Поэтому сейчас именно все так и выглядит. Сейчас пока сильно вот эти вот полоски не устраивали, я помню, мне Оксана еще говорила. Но это не смотрится так, как снимает телефон. Кстати, наверное, ближе к осени. Главное, чтобы мы были живы, как говорится, да? Я планирую организовать встречу и принести и показать вот эту свою работу, незаконченную до конца, но хотя бы дошитый ряд, чтобы был, чтобы можно было уже смотреть. Но опять-таки это будет незавершенная предпремьера, скажем так, потому что реально, чтобы картина смотрелась полноценно, должны заиграть абсолютно все краски этой картины в том объеме, в котором они присутствуют. Так меня видел фотограф, а Ольга Башкирова только электронный вариант сделала для вышивки и схемы. Поэтому, дорогие мои, не переживайте. Главное что? Главное вышивать. И главное делать это как можно чаще и побольше объемов. Пожелайте мне удачи. Ну и увидимся, конечно же, в следующем нашем включении. Ну а 10 числа, как и нужно, да, мы выставляем фото в Фейсбуке, в альбоме «Больше, чем просто большая». И все. Пока вот так. Итак, девочки и мальчики, сегодня 12 июня, и я выполнила свой ключевой фрагмент. Я уже не знаю, как мне снимать телефоном, чтобы он не вырывал так цвета. Реально по-другому смотрится на ее оперный театр. Короче говоря, как вы поняли, мой нос уже готов. Вот он полностью готов. Покажу вам поближе. Много, конечно, много было здесь парных таких крестиков, длинных, ну, вот такого формата, да, то есть, когда оно наслаивается один за другим. В общем, вот так вот. Как и обещала, живой процесс сделать. Лана снова пишет. Лана, моя фанатка. Вот, тебе приветик. Просила, чтобы живой процесс, хоть на какой работе, ну, хоть на какой, давай тогда губы будем делать, да, вместе. Сейчас придет мой муж, и я забронирую телефон у него, он подзарядит. В принципе, вот это уже и есть, как я понимаю, плюс-минус губы. То есть там не сильно далеко надо куда-то уходить. Вот так вот оно выглядит. Фото, не знаю, девочки. Ну, распечатка фото не очень, конечно. Ну, на видео тоже не очень получается. Ну, в общем, такой вот фрагмент уже готов. Пока 7000, но я только начала сегодня вышивать. У меня, смотрите, там вот то, что я вышиваю после, то есть я делаю 1000 здесь, делаю 1000, делаю сколько-то там на леле, и потом снова возвращаюсь. Так что принята такая стратегия, и уже буду жестче ее придерживаться, чтобы двигать эту работу. Потому что, как мы знаем, этот ряд начался еще в середине февраля. Но это уже якесь неподобство, поэтому надо как-то ускоряться. Хотя статистику я еще не проверяла.
В общем, вас выхватывают вот эти вот пятна. В жизни их нету. Ну, то есть они есть, да, но здесь они на фото тоже есть, как вы видите. Вот, то есть и здесь оно есть, то есть четко можно отследить этот момент. Конечно, мне еще интересно вот эти вот складочки, мои улыбки. Будет видно или нет, будет ли отражать схема или нет. Скорее да, чем нет. Ну, это будет мастерство дизайнера. Что не говорите. Так, на этой прекрасной ноте мы завершаем наше включение. Там вот Марсик Вячеславович у нас. Кс-кс-кс. Нашел Марсик себе место, пока нету немного полотенец, потому что мы стираем реже, чем обычно, поэтому, короче говоря, пока у него есть там местечко, он там спит, мы ему разрешаем, скажем так. Вот, поэтому, дорогие мои, до следующего включения. Всем приветик! Сегодня у нас 26 июня. И давайте я вам покажу, что у меня готово, и познакомлю вас с новым компаньоном нашей компании. Так, это то, что у нас готово по продвижению лица. То есть губы уже полностью готовы. Теперь нам надо все выровнять под 400. И вот наш новый знакомый с вами, Сага. И вот такие продвижения по Саге. Кружочек, который вы видите, это подсветка лампа, с помощью которой я вышиваю. И вот выбран уже следующий цвет. Давайте я его сейчас карандашик зафиксирую. И вот такой цвет мы будем вышивать. Но будем спускаться 400 и вот этот вот кусочек, не больше. Без фанатизма. Сейчас, наверное, так вот спустимся сюда. Потом тут вот поработаем. И закончим на этом фрагменте. Этот маленький не будем трогать. Почему? Потому что если каждый раз что-то дошивать, то мы тут еще будем колупаться 3 года с вами. Ну, этот фрагмент мы будем уже вышивать, когда будем где-то тут сверху заполнять. Так что вот так потихонечку мы заполняем. Напомню, что я вышиваю по цветам. Так, сколько там у нас готового продукта? Так, у нас 36,30. И на сегодняшний момент у нас вышито 290-154 полукрестика. Осталось 500 000 всего лишь. Стежочков, и все будет готово. 500 тысяч, 509 тысяч. Ну, нормально, нормально. Я надеюсь, что с появлением нового гаджета вышивка ускорится. Как что влияет, не знаю, не спрашивайте, не могу ничего по этому поводу сказать. Но это надежда каждой вышивальщицы, с помощью чего там ускорится. Как всегда, стоит у нас цель повышивать 1000 стежочков за 26 июня. Ну, а дальше у нас есть следующая работа. Вот я, кстати, и бардачок. Ну, в общем, вы поняли. Я одетая, если что. Знаешь, у нас есть такие женщины, которые любят написать: Юля, ты хотя бы оделась. Девочки, всегда одета, всегда. Короче, вот так вот. Такие вот движения у нас. Снова не передается, но знаете что? Я выявила, но на другой работе. В 6 часов вечера у нас солнце садится на другую сторону дома, но поскольку хозяйки следующего дома
хорошо моет окна, хорошо отражает солнце в закате. Короче, 6 часов, когда очень теплый свет посещает комнату, то можно снять, и iPhone ничего не выхватывает по цветам. Поэтому планирую на днях воспользоваться данным открытием своего окна и попробовать сделать вам какое-то видео. Ну, может быть, получится. Это не точно, но получится. Губы намного нежнее получились, чем вы видите. Здесь у нас есть затемнение. Короче говоря, ножницами будем показывать. Раз нету еще маникюра. До маникюра еще 3 дня. Короче, вот здесь затемнение идет, но оно не такое темное на самом деле, как вы его видите. И вот эта вот часть тоже не такая темная. Но, девочки, давайте мы добавим еще оставшуюся часть лица. Тут уже немного осталось, по сути, да. И тогда совсем все станет на свои места. Так, ну а на этом я пока буду отключаться. За это видео на сегодняшний момент 11600 полукрестиков готово. Но это мало, надо еще. Да и вообще, сколько тут осталось до 10 числа? Дотянем, посмотрим, что же получилось у нас. Девочки, мальчики, 10 число, и пусть это уже будет заключительное видео. Так, у нас немного уже нету света, поэтому мы будем снимать так. У нас будут немного блики неправильные, но тем не менее. Продвижение вы увидели, вот так выглядит. Не совсем законченное лицо. Вышивала я 3 дня. Давайте посмотрим. Вот 3 дня я вышивала, 8, 9, 10, сегодня больше всего. Пусть этот отчет уже закончится на 15 786. Итак, цвет, как всегда, вам не передастся. Ну, как есть уже, да. Губы намного нежнее получаются. И вот здесь, как вы видите, и вот здесь вторая часть, муха пошла вон. Короче, здесь вот на фотографии, видите, я типа улыбаюсь, наверное. Уже точно не скажем, да, но есть вот эти вот, такая складочка улыбки, такая типа милаха. Я сижу такая улыбаюсь, чтобы вы поняли, да, как это происходит. В общем, я так смотрю, что на схеме это тоже отражено. Надеюсь, когда появится здесь уже темная часть волос, то есть вот такое хорошее обрамление, видите, вот оно будет такое темное, здесь даже сильно затемненное, наверное, даже черное, то цвет лица он намного станет бледнее. Сейчас у вас типа я как мулаточка трохи. Ну, в принципе, летом, загар и все такое. В общем, вот так вот. Вот такой вот отчетик получился у нас с вами. Долго я вышивала. Вроде самое главное, да, лицо в такой большой работе. Но, девочки, мальчики мои дорогие, сейчас у нас уже 36,82%. Вышито 294 318 полукрестиков. Осталось 504 тысячи. Фигня. Так вот. С этого месяца уже, включительно даже, у меня на 1 СП будет меньше. Это означает, что для данной работы будет больше времени. Если я еще и в этом месяце закончу СП Леля, тогда, ну, закончу просто вышивать свою работу, тогда, получается, еще будет плюс 5 дней. Короче, загребаем теперь по 5 дней к тысячнику. То есть из 5 дней в месяц вышиваем работу уже 10 дней, а может быть и 15 будем вышивать. Посмотрим, как пойдет, но я надеюсь, что Лелю я тоже закончу. Надо ставить рекорды в финишах года,
Столько много финишей у меня еще никогда не было. И вот снова, да. Короче говоря, вот так вот я решила. Сейчас вам показывает, ну так вот сдалека, если я буду вам показывать, то видите, ну вроде оно не так. Так, ножницы я сложила, да. Вот я встала на свой рост. Вот так выглядит лицо. Мне кажется, что более-менее даже лучше стало по цвете, по цвету передачи, но еще не до конца. Еще не до конца. Видите, вот здесь вот у нас есть темная часть, и она все-таки высветляет эту часть лица. Здесь пока ничего нету, поэтому кажется, что почему коричневыми нитками вышивалось лицо? Потому что вышивалось коричневыми нитками. Так, сейчас вот покажу. Тут глаз затемняет. Вот, красивые глаза, короче, получились, как живые, честно скажу. Ну, мастер схемы, что скажешь. В общем-то, все как обычно. Марсик с нами спит. Покажу вам его в темноте. Вот, он думает, что там печенька, но печеньки там нету. Но он продолжает спать, надеяться и верить. Ой, ты моя буси, да? Все ради контента, окей. В общем, все как обычно, ничего нового, кроме того, что я сильно-сильно затянула этот отчет, пропустила целый месяц, получается. Ну, ничего страшного, начали мы этот отчет 14 мая и заканчиваем вот 10 июля. Боже, какой позор, позорище. Ладно, ничего страшного, такое тоже бывает. Сейчас вообще сильно жарко для вышивки, а я вышивала, и сегодня очень много. Поэтому на этой прекрасной ноте я пожелаю вам здоровья, берегите себя, своих близких. Хочу выразить соболезнования всем, кто пострадал от ракетных ударов 7 июля, точнее 8 июля, в городе Киеве, город Днепр, город Кривой Рог. Мне очень жаль, что так получилось. Нас с вами вытащили снова еще один кусочек пазла души относительно конкретной страны и народа. Ну, что ж поделаешь. Жизнь, она дает свои уроки, о которых мы не просили, но которые у нас уже теперь есть. Поэтому я вас прошу, будьте внимательны. Старайтесь всегда продумывать, куда вы идете, зачем вы идете, и нужно ли вам быть там так срочно и однозначно, безопасно ли там или нет. На этой прекрасной ноте берегите себя, в который раз вам повторю, и берегите свое здоровье и своих близких. Ну и снова встретимся на моем канале. Всем пока! Thank you.